Просыпайся, Челябинск, на календаре 20 июля. И сегодня тема нашего эфира – День цветущего двора. Все верно? Молодец какая. Точно так. Утро вместе с вами начинаем. Анна Шамбадал, Павел Савченко. В общем, на Южном Урале-то идет масштабное благоустройство. В городах региона расцветают дворы. Да. Проект «Городская среда», инициированный президентом России Владимиром Путиным и лидером партии «Единая Россия», премьером, министром нашей страны Дмитрием Медведевым, в общем, в полной работе. Каждый регион получит финансирование на реализацию проекта. Подробнее об этом мы поговорим с нашим гостем. Сегодня у нас в студии Дмитрий Холод, координатор проекта партии «Единая Россия», «Городская среда». Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, сразу к вопросу, какие дворы попали, что надо было для этого сделать? Ну, под эту самую программу. Да, в рамках реализации партийного проекта, исходя из тех процессов, которые предшествовали сегодняшней активной работе, которая у нас происходит в городе, прошли обсуждения, выбирались дворы, с людьми проговаривались те мероприятия, которые необходимо в каждом дворе произвести. После этого общественные советы, которые у нас были еще созданы в феврале месяца текущего года, утвердили программу на 2017 год, то есть утвердили те дворы, которые люди решили благоустроить. Затем наша городская ведомственная комиссия утвердила этот проект. И к 25 мая мы получили муниципальную программу, сейчас на основании которой происходят все основные работы. Конкурсные мероприятия все уже проведены, и сейчас уже идет активная фаза. Вопрос такой, вы нас поправили еще до эфира, у нас была с вами возможность. Какое количество дворов в итоге в Челябинске попадает под эту программу? 152 двора. 152 двора, это уже точная цифра, так как работы начались, это уже постоянная величина. Что входит в эти самые работы? То есть озеленение, да? По программе, по реализации партийного проекта у нас два вида работ. Первый работ – это виды минимального перечня, и второй – дополнительного перечня. Минимальный перечень – это асфальтирование дворовых проездов, установка лавочек, урн, освещение. Вот это минимальный тот перечень, ну, грубо говоря, планировка плюс какие-то минимальные малые формы в виде лавочек, урн и так далее. Дополнительный перечень, вот это уже тот перечень работ, которые жители, наши уважаемые собственники в многоквартирных домах хотели бы увидеть непосредственно в своем дворе. То есть это малые формы, большие уже, игровые комплексы, парковки, автостояночки такие небольшие, ну, грубо говоря, те же парковки, озеленение, подрезка зеленых насаждений и так далее, и так далее. А вот еще такой вопрос, а жильцы имеют право или нет вот как бы показать, где они хотели бы сделать вот здесь парковку, вот здесь, чтобы была площадка? Имеют они право на это? Безусловно, безусловно. Вот это все как раз на первоначальном этапе проговаривались, создавались дизайн-проекты. Эти дизайн-проекты также утверждались у нас людьми, жителями, собственниками. Проводилось общее собрание, и на основании этого общего собрания формировалась вот эта вот заявка и отдавалась в общественный совет. А были против или нет вообще такие дворы, которые против, чтобы что-то делали? Ну, потому что делали? Мы понимаем же там на формате софинансирования, да, казалось бы, сумма небольшая, 7 рублей с квадратного метра жилья, правильно? Ну, я также хотел бы откорректировать. Дело в том, что софинансирование у нас также подразумевается двумя видами. Первое – это трудовое участие, где жители сами готовят территорию. Но это в основном, будем так говорить, вот этот основной минимальный перечень. В дополнительном перечне люди могут подготовить территорию, где-то, значит, поработать физически, формирование там клуба, уборки мусора и так далее. И финансирование, что касается уже в виде денег, это 3%, 3% от сметной стоимости дополнительных работ. А, именно дополнительных работ. То есть, чтобы было понятно, вот, допустим, в моем дворе Доватора 14-16 мы сделали две парковки, и дополнительно идет еще комплекс игровой. Вот именно только от этих видов деятельности 3% от сметной стоимости. И поэтому квадратный метр, вернее, здесь цена на квадратный метр, она разнится по каждому дому от тех видов работ, которые есть. Вот у меня конкретно 3% составило 67 тысяч рублей от этой деятельности. Поэтому мы вот с собственниками сейчас проговариваем эти вопросы, как бы решаем. Понятно. Хорошо, скажите, пожалуйста, и когда будет эта программа завершена, когда мы сможем увидеть 152 двора красивых, ярких, новых? Приедем с ним, покажем репортаж. Ну, на сегодняшний день работа идет в этих все 152 дворах непосредственно. На сегодняшний день где-то порядка уже даже 20-25% исполнения, а в некоторых дворах даже уже и завершение работ, такие как, допустим, Семеновоческая 18А, Комсомольский проспект 51А.
То есть это, ну, в основном работы минимального перечня, но тем не менее работы уже подходят по некоторым дворам к завершению. Значит, по конкурсам у нас конец августа, но по реперным точкам, которые у нас определены, начало октября, первая декада. Угу. А знаковые места города входят или нет в эту программу? Вот очень хороший вопрос. Безусловно, общественные пространства. У нас на сегодняшний день 10 общественных пространств. Они все у нас обозначены и на сайтах администрации, нашей Челябинской городской думы. Вот. О них мы много уже раз говорили. Сейчас также уже мероприятия конкурсные закончились. И приступаем уже непосредственно к работам. Вот общественные пространства, хотелось бы коснуться уже потом отдельно, может пригласить и дополнительно на другое мероприятие, потому что у нас город промышленный. Хотелось бы, чтобы именно побольше, да, побольше было этих больше пространств, чтобы наши дорогие челябинцы выходили и проводили свое свободное время именно в базе красоты. Значит, мы вас ждем еще в гости к нам. Спасибо большое за информацию. Мы напоминаем, что у нас в гостях был Дмитрий Холод, координатор проекта партии «Единая Россия. Городская среда».